Да стоп! Что ж так... Как делишки, ребятишки, с... Твою мать! Господи помилуй! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию Пол это лава, лава пол, это пол, это лава, это лава пол. Это вторая серия наших приключений в мире Пол это лава, это пол, кто не понимает. Предыдущая серия набрала много лайков только благодаря тебе, поэтому если хочешь еще одну новую серию, ставь лайкусик прямо сейчас и подписывайся, что самое главное, на каналчик. Я обещаю то, что будет сразу же новая серия. Ты не можешь наступать на пол, ты можешь прыгать только по столу, подоконнику, по стулам, держа меня за руку, чубзилет. Держи меня за руку и... Чё ты мне по... За руку меня держи! И не пускай меня на пол, потому что я умру. И, кстати, я перед записью поменял себе скин. Я уже сейчас не мужик, а я уже баба. Ты мне... Я как бы все понимаю. Вот, вот. Видишь, какая красивая. Какая... Запал на меня, чубзилет. Ну, мы идем в этот мир, в котором я еще не был. Я надеюсь, что я смогу пройти этот уровень. А знаешь, как я смогу пройти этот уровень? Только благодаря тебе. Потому что в прошлой серии ты же за меня держал кулачки в комментариях. Я знаю, что держал. Ох, сколько там много карточек. Но карточки я соберу потом. Сейчас мне нужно просто захватывать вот эти чекпоинты и проходить дальше. Ты же держал за меня кулачки в прошлой серии. Поэтому краски выходит именно... Это. Не повезло мне, поэтому нужно опа перепрыгнуть сюда. И сейчас... Ага. Ага, слушайте, я еще раз вам скажу, в прошлой серии мало как-то Куда? Куда мне допрыгнуть? Опа! В прошлой серии как-то мало было комментариев под видео и мало было лайков в том плане то, что я у тебя спросил, а хочешь ли ты, чтобы сгорела твоя школа? Вот смотри, если ты сейчас поставишь лайк, то эта школа сгорит. Да. Твоя школа сгорит. Когда ты вернешься после учебы в этот мир сатаны, демонов и отчаяния, вот, я уверен, что она сгорит, поэтому все зависит только от тебя. Один лайкусик поставишь, и в следующем году у тебя школы не будет. 100% ядрёна мать! Это... Я не понимаю, это у нас пол это лава челлендж, или как сделать из Эдисона блинчик из карамелью челлендж? Потому что если я сюда стану, то мою жопу просто раскрошит на... Ну, в смысле раскрошит? Моя жопа будет блинчиком! А кто хочет увидеть мою жопу как блинчик? Вообще, кто хочет увидеть мою жопу, я не знаю. Сложный вопрос. Да, вот сейчас я пробегу, вот сейчас я стану сюда, и вы меня не раскрошите. Да. Вот сюда я стану. Да. У нас тут есть какие-то различные винти... Чё? Мне нужно присесть, чтобы быстрее взлететь. А-а-а, вот оно как! Я метил супермен, я могу вверх взлетать! Так. Ядрёно, а это как я... Это... Что? Это какие-то токсины, да? Это яд. Да. Я сам себе сказал то, что это яд, и сам туда наступил Эдисон. Ты просто гений. Хорошечно. А что... Нет, а... Так. Сюда... Ты в смысле? Ядрёна мать, я серфер! Мне понравилось! Не так, я на самом деле не понимаю. Так, игра называется «Пол это лава». Почему я тут катаюсь по стенкам? Почему с моей сраки тут делают блинчики? Почему я... Чё? Чё? Почему... Там карточка. Почему я вообще супермен? Не могу понять! Ладно. Господи, помилуй, как у вас тут все сложно на самом деле. Куда мне дальше идти? Ага, вот сюда. Такими темпами я закончу проходить... Нет, не закончу. Я хотел сказать, что такими темпами я закончу проходить этот уровень за 5 минут, но чё-то я ошибся на самом деле. Переоценил свои способности, можно так сказать. Зеленая какая-то шняга. В этом зале я был в прошлой серии, а сейчас я нахожусь за стеклом. Это, как я понимаю, школьная столовка. Я поднимаю карточку... Макарошки, есть тут макарошки, тушенка! Нет, ну я бы в жизни бы такое никогда не попробовал на самом деле. Это выглядит как будто изюм, который искупали в шоколаде, потом он растаял, его засунули в микроволновку вместе с бобами. С бобами, ты не ослышался. Полили это все гранатовым соком,
и засунули обратно в банку с тушенки. И потом это все съел солдат в армии, поделился со своей ротой. У них это потом все вышло через задний проход, и они это опять засунули в банку. Хреновая вас столовка, Мария Ивановна, ей-богу! А вы еще до меня жаловались в прошлой серии, то, что я сказал, что Польша находится в Австралии. Вы жрете тут говно пшеничное, и на меня тут еще вы ее выкалываетесь. Ты ж... Артур? Артур, это ты? Артур! Сколько лет, сколько зим? А я тут умру? Нет, не умру, просто жопа горит. Артур! Да... Стой! Я чикса горя... Артур Пирожков! Стоять! Аж нос зачесался. У него мишка. У тебя мишка. Отдай мишку. Я тоже такого хочу. У меня, смотрите, у меня пушка сзади на спине. Ладно, Артур. Не хочет с нами Артур дружить, поэтому... Ядрёна мать, это что такое? Это уже как-то слишком сложно. Твою матушку! Это уже похуже всякого Роблокса. Хоть на самом деле скажу то, что паркур в Роблоксе очень дерьмовый, но это уже пожестче на самом деле самого какого-то жестокого паркура в Мунсруфте. И это мне нравится, потому что хоть я паркур в Мунсруфте ненавижу, зато я очень даже получаю большое удовольствие от паркура в этой игре. Что меня очень даже радует. Да чё ты меня преследуешь, чубзилет проклятый? Я вообще ничего не могу понять, почему ты за мной ходишь. Я вроде как бы тебе ничего не сделал, а ты меня преследуешь. Мне нужен друг, чтобы играть в эту игру! Мне нужен друг! Винди! Нет, я двух людей знаю, кто играет в эту игру в данный момент. Это Винди и это Купринов! Винди, поиграй со мной, пожалуйста, мне скучно одному. Так, подождите, я же могу пойти вот сюда, я могу на этот кол запрыгнуть. Главное, чтобы себе жопу не порвать в то время, когда я сюда буду запрыгивать. И сейчас я... Ядрёна кочерышка. Вы на самом деле с ума сошли или чуть-чуть? Как? Мне сейчас нужно запрыгнуть на вот этот канат, и с помощью этого каната мне нужно будет перепрыгнуть вот туда, что ли? А вы случайно в сраку не хотите пойти? А может я просто сюда перепрыгну и все, и как бы ничего сложного? Подождите, а мне нужно идти туда? Или сюда? А, тут конец. Тут же... Так. Я, матушку, аж ничего не понимаю. В смысле? А если я пойду сюда? Ага. Вот, знаете, кто ненавидит паркур в Майнкрафте, когда ты прыгаешь по заборам? Я ненавижу такой паркур в Майнкрафте. Кто его не любит, напиши, пожалуйста, в комментах. Ядрёна мать! А тут он, ёханый бабай, просто везде. Я прыгаю мало того, то, что по заборам, я прыгаю по каким-то выпуклостям со стены. Ну, на самом деле, такое себе удовольствие. И как, что самое главное... Миша! Миша, Михаил Петрович, а почему у вас там срака загорелась? Вы что там, в Counter-Strike GO переиграли, да? 5 каток подряд слили? Дневник. Эдичка, что у тебя сегодня было по химии? Покажи свой дневничок. Да, мам, ща, мам, я его... Я его в школе забыл! Мам, я новый заведу, зуб даю, я уронил его, просрал где-то. И книжку по химии я тоже, мам, просрал. Мам, у меня с этого года больше, с этого дня больше химии нет, я честно говорю. Анастасия Петровна сказала то, что освобождает меня. И Михаил Степанович тоже меня освободил на самом деле, потому что, ну, я книжку потерял, вот это, с математики. И мне больше на труд не надо будет ходить, потому что я клей потерял. А Анастасия Гердербоберна, просто фамилию не смог никакую нормальную придумать, сказала то, что я клей потеряла, значит, Эдичка, ты потеряла клей, больше куколок не сможешь своих лепить. Короче, мам, мне вообще, мать вашу, в школу не нужно ходить, я уже самый умный, зачем? Опа, я что, сюда мог? Я же тут был. Так, вопрос, а зачем? А зачем я круг сделал? Зачем? Что я сейчас сделал? У меня такой вопрос.
Опа! Оп! 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 Все. Ага, и сюда. Я не знаю, что делают эти карточки, но у меня уже 42 карточки из 60. Я надеюсь, что я смогу себе кого-то приобрести, когда соберу 60. Давай, давай! Нет, мне чувак больше нравился, он делал вот так. Ебой, а это просто... Ну ладно. 10 минут 37 секунд. Ну, неплохо. В принципе, неплохо очень даже. И у меня какой-то новый... У меня 2 новых сектора. У меня 3 новых сектора. У меня 4 новых сектора открылось. Раз, раз, два, три. Пароль ABC123. Где мой телефон? Сейчас я пентагон сломаю. Так, подождите. Пароль ABC123. ABC123. Не, я би. Я. Служба ФБР, я не хацкер, я про тут просто. Ну, отстаньте. Там урок проходит. Музыки в соседнем классе. Прошу вас не шуметь, потому что ученики смогли нормально заниматься. Пожалуйста, не шумите. Не надо шуметь. Не надо прерывать урок, не надо. ЖОПА! Не надо, пожалуйста, шуметь, чтобы дети нормально там занимались. Ну хорошо. Я так подумал то, что если тебе понравился этот ролик, ты можешь поставить лайкусик и написать об этом в комментариях. Если так, то я буду очень сильно рад. Если мы наберем хотя бы 25 тысяч лайков как минимум, я обещаю то, что я в ту же секунду побегу записывать новую серию. И как только у нас будет 25 тысяч лайков, я сразу же выложу следующую серию. Пол — это лава в реальной жизни. Подпишись на мой канал, нажми на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые ролики и никогда не пропускать мои стримы. Я пока присел в игре, потому что моя чекуя также устала. Я еще раз скажу тебе огромное спасибо. И как обычно, пацантре, жму вам руку. Пацанесы, целую вас в лобик. Говорю вам огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.